В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам. Документы об окончании высшего учебного заведения получили выпускники программ бакалавриата и магистратуры. На мероприятии присутствовал директор института, проректор по научной деятельности Данис Нургалиев. С напутственным словом для уже бывших студентов выступили преподаватели института. Самые лучшие годы вашей жизни. Пока вы молоды, пока вы здоровы, пока вы окрылены идеями, пожелаю вам, конечно, прежде всего, хороших открытий, удачи, счастья. С праздником вас! Вручение дипломов также прошло в Институте международных отношений Казанского федерального университета. Преподаватели института также выступили с приветственным словом и поблагодарили студентов за обучение в университете. Все эти годы, когда наши преподаватели работали с вами, и мы этому очень рады, мы становились моложе. Мы от каждого потока, от каждого студента получаем тот заряд молодости и энергии, тот заряд упорства, а вы нас тоже учите упорству, который помогает и нам в нашей работе с новыми поколениями студентов. Все эти годы мы по праву гордимся вашими достижениями, вашими успехами в науке, в творчестве, в учебе. Вы действительно славная когорта нашего института. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.